Dame i gospodo, dragi novinari, sve vas skupo pozdravljam u svoje osobno ime i u ime nogometnog kluba Široki Brijeg i ovom prigodom na početku ove tiskovne konferencije fudbalskog kluba Irtiša Pavlodar želim dobrodošlicu našim gostima iz Pavlodara. Zulija Jurijev je s nama uz trenera Irtiša, gospodina Talgata Bajsofinova i vratara Vjeslava Potjara. Zulija će biti vodite za naše nazače. Što uoči utakmice misli trener gospodin Bajsofinov? Njegov momčad ima prednost od 3-2. Jesu li u stanju njegovi izabranici sačuvati sutra na BC? Evo za uvod toliko, a kasnije riješ dalje. Здравствуйте, во-первых, всем. Право добро, да, зажили всема. Добрый вечер. Мы надеемся завтра вечером вместе с командой хозяев. Мы с надом с утра на вечер у вашу утреннюю утакмицу заедно с экипом домачина НКМ «Широкий Брег». Продолжить тот зрелищный футбол, который мы сыграли в первом поединке у нас дома в Павлодаре. Дальше мы заедно с домашним наставить ту ногометную спектакль, которая была изрядно аттрактивна у Павлодару, и дальше с утра на вечер узратной утакмице за все навиячи и гледалцы, дальше бить то право представа. То преимущество, которое у нас есть после первой игры, я считаю, что в любом случае шансы остаются 50 на 50. А без обзора на предность, которую мы тренутно имамо, и пак смотрим, да шансы 50 прямо 50. Ну, мы думаем, раз соперники смогли нам забить Павлодаре, мы постараемся тоже забить здесь, в широком берегу. Наши сопротивницы дали су нам, а гостима, два гола. И мы се надамо također, evo, мы смо сада у гостима дати нашим противнику на мане два гола. Zahvaljujem uvodu treneru Bajsofinovu. Evo, kratko, uvodna riječ i vratar Vjeslavu Kotja. Благодарен за ответ тренеру футбольного клуба Иртиш и слово предоставляется вратарю Вячеславу Котляру. Пожалуйста. Добрый день всем назначенным. Павлодарю действительно стали очень интересно, за болельщицам открыто, много голов было. И действительно хотелось бы продолжить конкурировать. Но та фора, которая у нас есть небольшая, мы понимаем, что она нам не дает особой как бы, возможности решать, поэтому сразу сконцентрироваться в зале и более ответственно сыграть свои друзья. Надеемся, все будет. U Pavlodaru zaista i ja želim potvrditi reč trenera da je bila izuzetno blistava jedna utakmica, zaista jako zanimljiva i za igrači, i za navijači, i za gledalce. I nadamo se dati sve od sebe moguće tu na znači na terenu u gostima i nadam se da će biti sve u redu. Zahvaljujem
Протер Косвер, evo, riječ dajem vama. Daniel. Može pitanje za gospodina trenera, s obzirom da je najavio da očekuju da će dati i oni ovdje širokom bar dva gola, znači li to da će Irtiš napadački ući utakmicu od samog početka, a ne čuvati rezultat koji imaju iz prve utakmice, znači tu pobjedu od 3-2? Казать такой нападающий темп игры от широкой бриги или будете стремиться сохранить этот результат и превосходство, как более нейтрально, или вот будет игра такого нападающего характера. Вот это спрашивает, да. В самом начале я сказал, что мы постараемся с хозяевами завтра продолжить тот зрелищный футбол, который сыграли по Володарю. На самом начале я уже сказал, что мы будем с домашними на широкий брег. Мы будем учить в игру так, что наставим ту ногометную спектаклу, который мы уже заедно отыграли по Володарю. Перед первой игрой по Владаре мы говорили, что нам нужно в первую очередь, как говорится, столкнуться плечами с соперником, почувствовать их на поле и потом уже, как говорится, строить какие-то стратегические планы. Прямо при доласка на клуб Широкий Брег по Владар имали смо концепт, да, прво да upoznamo protivnika, znači suočimo se s njim na terenu, pa da vidimo kako diše, pa tek nakon toga ćemo u hodu, znači izraditi strategiju igre. No, mi takođe prosmatrivali diski s igrami Široki Brijeg i mi znamo kako Široki Brijeg igraju doma, как он обыгрывал Железничан 4-1, как он обыгрывал Сараево 2-1. Мы с вами прегледали, значит, проматривали с вами Широкий Брег и глядали с вами доста снимок, знаем, как играл Широкий Брег, когда он на своем терене, значит, как играл на дома, как направил результат, когда играл с Железничаром и с ovim другим, да. Челик Сараево и знамо, значи да много јачи и боли игра на свом терену. Ми сме свјесни тога. Как вы знаете, у нас сейчас чемпионат в разгаре. Да, наш чемпионат Казахстана в разгаре. Пошто ви већ знате, да је, значи, куп држави. Да, первенство на державу праву на тьеку Казахстану. Через два дня, на третий день, мы играли по Владаре с очень принципиальным соперником после игры Широким Бриегом. Было отдано очень много сил также. Таболку страну. Након што сме одиграли утакмицу со ногометним клубом Широки Брег по Владару, након тога за пар дана имали сме јако тешку и заиста исцрпљујућу једну утакмицу со ногометним клубом Тобол. Сейчас основная проблема это восстановление футболистов. Основни наш проблем тренутно рехабилитација, да кажемо, на снага, значи, наших играча након утакмици, јел, со Широким, па Тоболом, па други нападни клубови. А по большому счету, почувствовав вкус игры в Евролиге, с Левски, Широкий Брейк дома, ребята, конечно же, хотят играть в футбол. Прави окусу на ногомета, što se tiče našeg trenutnog protivnika nogometnog kluba Široki Brijeg, ja sam osjetio kad sam gledao snimku kako su igrali igrači nogometnog kluba Široki Brijeg sa Levskijem, znači doma u Širokom Brijegu. V связи s etim, ja još raz povtarajuć, восстановление naših futbolistov raz i, konečno že, kako pozvolit nam sigrati
здесь широкий брейк, но мы не хотим закрываться, мы хотим, чтобы наш клуб «Иртыш Павлодар» и нашу страну Казахстан увидели, что мы играем в футбол, и мы хотим также нравиться болельщикам. Kao prvo, evo ponavljam se još na jednom, znači rezultat utakmice će u mnogom ovisiti od snaga naših igrača koliko su oni znači, vratili na te snage jel, nakon utakmice sa Tobolom i nakon ovog napornog puta. A bez obzira na rezultat, znači nije ovo nama dobra prilika da prezentiramo nogomet Kazahstana i da pokažemo i da u našoj zemlji igra se nogomet i da mi to volimo i da evo i nas da zavole navijači u Evropi i ne samo u našoj zemlji. Поэтому мы будем просить наших футболистов, чтобы они атаковали и угрожали воротам соперника, но насколько это позволит команда «Широкий брейк» и вратарь. Mi ćemo dati naređenje i zamolit ćemo naši igrači znači, da stalno napadaju jel, gol protivnika i da se vrši onaj napad, ali opet ne možemo znači, jel, znati koliko dobro brani široki brijeg i kako će se odvijati utakmica. Evo, vi ste najavili kako ćete široki brijeg napasti ovdje na Pecan, dok ste u prvoj utakmici protiv Levskog u Sofiji, ja sam gledao tu utakmicu, igrali prilično zgusnutu obranu, gustu obranu na kontranapade. To je mala razlika u taktici, strategiji, između ove utakmice i ove protiv Levskog. Ili je to možda znak da široki brijeg je ipak slabija momčad od Levskog? Ova najava, kako će Irtiš ovdje protiv Širokog Brijega igrati, stalno napadati, malo je u koliziji sa onom igrom koju je Irtiš prikazao u prvoj utakmici u Sofiji protiv Levskog. Jer tamo se, koliko sam ja barem vidio sam, Irtiš uglavno branio, a ono što je bilo napad, to su bili samo ono kontranapadi. Я так понимаю, что где-то мы в переводах и в смысле, и в мыслях не понимаем друг друга. Спасибо за поправку и за вопрос. Я не считаю, что широкий брейк слабее. Просто очень тяжело удержать команду в обороне. Яко тяжко целую экипу держать в обороне. И когда команда и ребята почувствовали на себе силу первого соперника, Болгарии, и, как говорится, отыграли первый тайм на равных широкий брейк,
su u Bugarskoj znači, osjetili snagu protivnika. Ребята почувствовали уверенность. Было очень тяжело их удержать, и футбол тем хорош, что создаются моменты, и ребята хотят забивать. Естественно, в этом случае пропускаются контратаки и пропускаются голы. Когда победили Левски, тогда наши игроки добили, значит, императив, добили су морали еще больше, и znači kad su igrali sa širokima da su baš bili ono pravo svom raspoloženju, kada želje znači davati golove, osjećali su nakon znači, pobjede s Ljevskim, imali su boravačke. Mi takođe gotovili k igre široki brig kak i s Ljevski. Никакой стратегии мы не меняли, мы не отходили от своего плана, но футбол – это игра, и то, что получается на футбольном поле, вы сами понимаете, что оно, как говорится, захватывает, и отсюда и по ситуации и меняется ход игры. Мы не меняли концепт на игры с Левским, значит, в току припреме игры с Широким Брегом, него ногомет je igra i u toku, znači dolazi do nekih promjena i to je ono nešto što je običajno u nogometu. Поэтому мы с уважением относимся к команде Широкий Брег. Наш относ прямо ногометном клубу Широкий Брег изражаемо респект и почтование. И в то же время, мы постараемся сыграть в свой футбол, который значит, мы проходили и как мы готовились к этим играм. А то, что мы будем просить футболистов, чтобы они забили гол, это естественное значит, состояние, это естественное направление, потому что футбол без голов не бывает. И удерживать счет в разницу один мяч, я думаю, что это было бы неправильно. А гол нужен для всех. Мы не будем содержать наши игроки, дабы дали гол, jer ногомет без голова не ногомет. Так да, идем на концерт, значит, на подачки, да, дать что больше голова, и то и природно,